посмотрим дом. Это столовая вот с такой оригинальной группой. Видите, из машинки Зингер сделан обеденный стол. Диван, где можно расслабиться, отдохнуть. Буфет, где все спрятано. Сервизы и чашечки разной оригинальной формы. Здесь мы переходим на кухню, где холодильники и все для хозяйки, для того, чтобы она комфортно готовила. Пойдем дальше. Холл в нашем доме. Здесь в отдельном помещении техническая комната, где спрятано все, что связано с отоплением, бойлер, насос для воды. Это все вот в этом отдельном пространстве. Очень хорошо. Ванная комната, совмещенная с окном. Хорошо для вентиляции. Мы попадаем дальше в просторную гостиную с выходом на террасу. И здесь как раз из гостиной идет лестница на второй этаж. Она уже сделана, ее можно покрасить. Это, пожалуйста, можно в серый, можно в белый цвет, как вам понравится. И поднимемся на второй этаж. На втором этаже у нас свободное пространство, такое для вашей фантазии, дизайнерской мысли. Вы можете здесь сделать одну комнату, если вам это нравится, и просто функционально разделить это пространство. А можете просто сделать несколько спален, детскую, кабинет, там, библиотеку, спортивный уголок. Это уже для чего и кому как нравится, что вы хотите, чем вы хотите наполнить этот дом. Вот такой дом предлагаем к продаже в поселке Невинская Калининградской области в 5 километрах от нашего города Калининграда.